Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Кацуда Тецу. Вечер. 1134 год. Шелк, краски, панно. Великие мастера японской гравюры жанра бидзинга, это изображение красавиц, неоднократно представляли героинь в приватной обстановке за повседневными занятиями, пишущими письма, играющими с детьми, даже иногда стирающими и, конечно, занимающимися своим туалетом. При этом неизменно подчеркивались их утонченность и особое изящество. Кацуда Тецу продолжил эту традицию. Его гейша, пока еще не в нарядном кимоно, сидя на циновке, сосредоточенно и вместе с тем очень грациозно, украшает свою сложную традиционную прическу симада шпильками. Для живописца важна и достоверная воссозданная среда, чайный домик и сад, рождающий атмосферу тишины и покоя. Художник выбрал особый ракурс, глядя на интерьер и сад как бы несколько сверху и сбоку, отчасти повторяя тем самым приемы средневековых мастеров. Однако в остальном он отходит от канонов искусства, стремясь к реалистичности изображения. Вот такое описание к работе Кацуда Тецу «Вечер», 1934 год, шел краски панно, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.